ездили вот по той хрени, вот. Катались, а теперь мы внизу плаваем у этого острова. А вот Любаша. А вот что творится под водой. В общем, вот эта штука прикольная, но 500 тысяч за билет это, ну, не дешево. И мы не на этом, а на другом острове мы попали под дождь, под ливень. Их отключили, канатку отключили, и мы там торчали 2 часа. Блин, уже тьма была, в общем. Было не айс вообще.